Друзья, всем привет, с вами Андрюха, и это игра «Русская рыбалка 4». Кто еще, друзья, на канал, на мой не подписан, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые ролики. Для вас, друзья, стараюсь. Итак, зашел сегодня на Нижнюю Тунгуску, на точку 162-140. Постоять, кидать. Кидаю уже прилично по времени. Так, кому интересно, это точка возле лагеря, G5 квадрат. В общем, зашел, кидаю. Очень много, друзья, приманок всяких разных перебрал. Но, как по мне, получается, вот тут многие в данный момент ловят на самодельную вращалку, черную, четвертый номер. Я тоже попробовал, но у меня что-то не пошло. Всякая мелочевка ловится. Вообще сейчас какое-то такое странное время. Ловится везде понемножку, помаленьку. Но, как говорится, ничего особенного. Ну вот, зашел, кидал всякие разные, друзья, приманки. Больше всего мне понравилось на красный спайкер и красный... собственно, хорнет кидать, потому что, ну, более-менее рыбка идет на вот эти две приманочки. А так, на самом деле, кидал очень много всяких разных спайкеров перекидал, кидал вот эти самодельные вертушки, не только черные, кидал разного цвета хорнеты, но все-таки красный цвет, что спайкеры, что хорнет, он как-то, ну, более был результативный. 52, друзья, хвоста удалось выловить. Брал только зачеты. Так, скорость какая? Скорость поставил, друзья, 35-ю. Проводка неравномерная. В общем, несколько оборотов катушки делаю. Небольшая остановка. Ну, как обычно, зачастую на остановках рыбка, друзья, и поклевы. Так, уже вечер на Тунгуске. Давайте покажу сборку, которую вы и так прекрасно знаете. Моя ультима. Опять же, не стал заморачиваться, потому что в чате писали, что очень много крупничка садится на мелкие, там у людей обрывы, размоты. На 9,4 флюорокарбоновый поводок. В данный момент на 2,010 спайкера. Кидаю красненькие вот с этими черными точками. В общем, их, я как понял, их надо менять. Вот, допустим, если у вас на красный спайкер, вот как сейчас у меня пошла мелочевка, друзья, то просто достаете свою снасть, ставите красного цвета, где-то у нас вот пятый номер хорнета, и продолжаете рыбачить. В общем, самые крупненькие такие экземплярчики, естественно, идут либо вечером, либо утром. Вечером это у нас после где-то 7-8 часов, утром после 7:30, вот примерно так. Вот видите, закинул хорнет, уже более-менее, ну, хотя бы зачетный хорызочек залетел. Так, ну, у нас уже тут, друзья, ночь. В общем, заходите, пробуйте. Тут при мне поймали форельку. Если она у кого-то, друзья, до сих пор не закрыта, то приходите, пробуйте. Так, еще один хариус восточный. Себе скидаю, значит, и туда, и в эту сторону вот кидаю. И там, в принципе, и там рыбка, друзья, поклевывает. Так, ну что именно поймал, какие здесь, друзья, рыбки ловятся, сейчас покажу. Тут очень много всякой разной разнорыбицы. Так, ну такую немного залетел. Давайте покажу свой садок, друзья. Вот вся рыба за час 39 минут.
Так, если поближе посмотреть, горбуши всего пару штук. Самая крупная 528. Несколько линков. Вот у меня 2-килограммовый самый крупненький. Тут и 3,5 ловили друзья. В общем, линка тут тоже можно постоять, половить, почему бы и нет. Прилично так окуньки залетали, крупненький килошный получается залетает пелить, ряпушки вообще валом. Самая крупная 733, один, даже не к сожалению, к счастью, один таймишонок, мелкий малыш залетел. Форелек вон сколько, самая крупная, это что у нас получается, 12 штук, кило 124. Хариус восточно-сибирский, 3 западно-сибирского и пару езей. В общем, друзья, вам решать. Если не знаете, где порыбачить, заходите, пробуйте, почему, как говорится, как бы и нет. Как я уже сказал, сейчас в данный момент вообще фарм везде такой себе. Ну, как вариант, можно зайти сюда. Точка 162-140. Ну и скорость, естественно, вот у меня 35-я. Все, смотрите, выбираете, как говорится, сами. На какой скорости у вас лучше все это дело пойдет. Ладно, кому интересно, сколько это вышло по серебру за час 40. Увидимся на базе. Так, ну что ж, прибежал на базу. Давайте посмотрим, что скажут в кафе. Карась, корюшка, колюшка, гальян, окунь, 6 по 350, у меня всего лишь 3, не брал я их особо. Ряпушка сибирская, 4 штуки, 52 монеты, очень даже неплохо. Так, 3, 4, 52 монетки лишними не будет. Так, сомик амурский не попадался, тугун тоже. Так, пару хариусов. Опять же по массе. 83 монеты. Чир, естественно, его там не было. И вот трофейная. Кстати, неплохо, так 300 монет практически. В общем, естественно, я ее такую не поймал. 83 до 50. Это у нас 130 монет. Только с кафе, друзья, вышло. Давайте посмотрим, сколько же мы наловили на рыбном рынке в общем. 361 монета плюс 130, это примерно в районе 500 монет. 500 монет, я думаю, сойдет. Вот как-то так. В общем, заходите, пробуйте. Есть возможность половить линка, есть возможность половить форель. Ну и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Смотрите, какая лунища. В общем, друзья, всем удачи. Всем пока. До новых встреч.